Итак, добрый день, дорогие друзья, с вами я, Глеб, и сегодня мы продолжаем играть Пенумбра Истоки Зла. И, возможно, это будет сегодня финальная часть, я точно не знаю. В общем, как говорится, поживем, увидим. Ну, а в нашем случае пройдем, посмотрим. Так, в последнее время что-то я на хоррор совсем подсел. Даже для себя лично скачал Cry of Fear и так вот для себя прохожу его. В принципе, так скажем, эмоции от данной модификации Half-Life положительные, но вернемся к Пенумбре. Тут у нас собака ходит, а куда идти я точно опять не помню. Надо подождать, когда она уйдет. Иди отсюда. Иди отсюда. Кыш! Задрали. Что ты тут ходишь? Тихо. Тихо. Надо ее отвлечь чем-нибудь. Вот как раз вяленое мясо пригодится. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я забыл, как его бросать. Честно, я его забыл, как бросать. Тут совсем уже... Еще вспомнить надо. Ну, куда-нибудь туда. А, я его, типа, бросил. Во. Бросаем еще одно. Только бы отвяло. Так, стоп, мясо. Кладем назад. Так, она отошла там. Во, жри давай. Кушай, кушай, песик. Наслаждайся. Все для тебя. Special for you, my little friend. Special for you. Так, куда мне идти? Блин, по-моему, сюда. Знаете, я уже тут давненько не бегал. К тому же карты у меня нету. Ну как нету? Она не пририсовывается тупо. Так, да что? Вы там совсем, что ли? Так. Ой-ой. Вот так вот, кушай. Кушай, кушай, кушай. Маму с папой слушай. А точнее Филиппа. Смотрите-ка, сейчас стелси так мимо нее. Куда поворачивать? А, вроде бы сюда. Я не помню, знаете, карты действительно нету. Без нее ориентироваться все равно, что... Что это? А, вроде бы правильно пришел. Сейчас увидим. Ну уже давай, грузись. Если мы правильно придем, то... То я не знаю. Да, вроде правильно пришли. Так. Так. Что здесь за момент? Что-то не нравится, что чисто вот идет коридор. Ну да ладно. Пойдем так. Quick save. Блин, это тот момент, ребята. Ух, ё. Ух, ё. Ух, ё, ух, ё, ух, ё. Бежим, бежим. Так, сейчас чисто нужно бежать будет. Сразу уверяю вас. Это просто необходимо. Так, кирка. Ай, блин. Давай, быстрее. Просто провод от ножки дернул. Ай, блин. Бежим, 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 бежим. Бежим, Форест. Ай, 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 ай. Форест, Форест, Форест. Ну, ребята, извините, ступил немножко, надо было отойти. Я вот только вот в самый последний момент об этом подумал. Скорее, за железную дверь. Она не поможет, чувак. Надо бежать, чисто бежать. Как говорится, run for your life. Или как там было? Ладно, мне без разницы, как тут было. Давай. Давай, Филипп, 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 давай. Блин, не люблю эту... Почему нельзя, как в Майнкрафте, просто удерживая кнопку, взять и разбить? Ай, ай, спрыгивай, 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 спрыгивай. Так, ходим, ходим. А, он совсем рядом, я чувствую. О, да, у меня получилось. У меня получилось. Мой герой, слабый умишка, бедняги рыжего едва может представить все твои подвиги на пути к спасению друга. Я так жду, когда ты сломаешь эти стены земной темницы и вызволишь меня из всей смертной юдоли. Ну, рыжий, я скоро приду, обещаю. Только для начала закинемся таблетками. Фух. Ну, знаете, это было слишком рискованно. Да. Я уже даже немножечко подзабыл, как там чё. Сами видели.
Так, давай, давай, открывайся. Слушайте, вот если так еще дольше крутить, наверное, сам Филипп будет крутиться на этой штуке. Ладно, черт с ним, надеюсь, пойдет. Так, сохранение. Так, что тут? А, тут надо собирать сейчас реагенты, все понятно. Так, что у нас здесь? Таблеток нет. Эх, вы жестокие люди, дали бы хоть немножко. Хотя, знаете, у нас и так с вами где-то штучек 4. И причем мы с вами их даже толком не использовали, только сегодня, в этой серии. Фух. Да, помню, как раньше сыкался от этого момента с червем. Да и с собаками тоже. Так. Да, ну, конечно, потом стоило поиграть в амнезию, как... Ой, господи, даже вспоминать не хочу. Амнезия — это вообще просто был болевой шок. Так. Где-то еще было. Нет, не здесь. По-моему, за этим ящиком. Да, вот еще сколько их? Так. Мало, надо еще один. Где там еще один был? И всего вроде бы 6 было. А, не, их 6. Раз, два, три. Да, 6. 6, 6. Просто вот это вот не заметил. Так, здесь ничего нету. Нет, только стопка бумаг. А куда мне идти дальше? Потом я... О! Неплохо. По-моему, даже я смогу пробежаться, потому что собаки что-то тут совсем не реагируют на меня. Это даже как-то печально. Так, магний, кальций, барий. Это нам, наверное, не нужно. Я не помню. Я помню, что что-то смешивать придется. И, по-моему, это дело будет затяжное. Хм. Куда дальше идти? Ладно, сохранимся. Нечего стоять на месте. Так, такое чувство, будто изнутри артефакта моя копия. Точнее, множество копий. Не очень верных. Если уж на то пошло. Ладно, выходим. Нечего стоять тут. В ожидании того, что червь все-таки пройдет через ту ограду. Так, эх, как говорится, мало было мне собачек. Ой. Ну да, вспомнишь, вот оно. Так, если уж на то пошло, я, наверное, даже смогу пробежаться, как и говорил. Ладно, посмотрим, если будет необходимо, пробежимся. Где собаки? Потому что я их слышу, но, как всегда, не вижу. Нет! Ай, ладно, черт с ней. Пробегусь я, пожалуй. О! Получилось, что ли? Упс, упс. Где она? Эй, ты меня не видела. Она меня не видела, ребята. Так, где еще одни? Блин, я вообще на правильном пути? Да, вроде бы на правильном. Стоп. Это я опять оказался там внутри? Стойте, подождите, это опять я к червю пришел, что ли? А нет, не к червю. Ну вот. Значит, я все-таки правильно пришел. Блин. Наконец-то. Но я помню это место, тоже такое не из приятных. Так, что это, рюкзак какой-то? Так, ничего. Только старый факел, да, горсть таблеток. Так, последние слова или завещание Джозефа Фримана. Так-то отсылка Half-Life. Так, мои последние мысли. Ну, это вы, как всегда, хотите, запаузите и зачитайте, но... Скажу, судьба его была трагична. Как, не знаю, как концовка Mass Effect 3. Так, сохранимся. Так, если бы мне не встречались эти светящиеся загадки, не знаю, что и думать. Они пугают меня, но и манят, оставляя себе часть моего существа. Стоит лишь только пройти мимо. Эх, лучше их не трогать. Так, я помню это озеро, ух. Тут множество способов его пройти, тупо перебежать, тупо перепрыгнуть. Но есть один безопасный способ, но очень медлительный, поэтому я не знаю, какой лучше взять. Так, кстати, для чего метла, я так и не понял. Наверное, как в качестве оружия, так собачек так метлой. Тыщ, тыщ. Как эти, как дворники всякие. Но я не знаю. У нас вроде бы наш Филипп, это, физик. Поэтому ему как-то ни к чему. Кстати, сколько таблеток? Горсть таблеток, да. Горсть, одна упаковка. Так, двинем сюда и берем вторую часть. Сейчас вот таким вот методом и перейдем. Так, тык, 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 тык. Тихо. Ой-ой.
Так, спокойно. Стоп, поближе. Надо постараться их вот, вот так вот, смотрите, вот так вот перетягивать, чтобы они так вот вдоль шли. Так, вертикально точнее, а не вдоль. Так, ох, помню это место. Вот знаете, первый раз, вот когда... Вот знаете, вот иногда все-таки лучше переигрывать в игры, потому что вот, когда вспоминаешь, вот чувство ностальгии пробуждается, тогда вот, ну, иногда действительно хочется, вот как это сейчас любят там такие комиксы делать, типа, хочется стереть себе память, чтобы пройти этот шедевр. Хотя, в моем случае и память стирать не пришлось, я сам все забыл. Хотя и быстро вспомнил. Так, по-моему, через эту глыбу надо. Так, сколько там до конца пути? Ой-ой. Стоп, надо вспомнить, куда. А, видите, там вдалеке, не знаю, видно вам или нет, но там торчит рука, что ли. Ладно. Так, берем эту. Кстати, мы совсем с вами не пользуемся факелами, которых у нас аж целых 20 штук. Блин, впервые такое вижу. Обычно их там использовал, чтобы освещать, когда не хотелось тратить палочку. Я думал, что палочка тоже тратилась. Кстати, я вижу тут разломы. Ну, точнее, трещины, по которым, видать, и все это дело будет ломаться, если мы будем бежать. Сами помните, Рыжий там говорил, что, типа, однажды чуть не утонул там, блин. Эта штука немножко меня пугает. Мы почти добрались. Это важно. Так. Вот мне интересно, как мы назад доберемся. Таким же способом, что ли? Но это, блин, капец как долго. Хотя, как говорится, поспешишь, людей насмешишь. Поэтому будем с вами осторожно. Итак, Филипп. Ну, Филипп как Гордон Фриман. Молчит, молчит и молчит. Господи. Почти добрались. Ой, нет, поближе, поближе. Не хочу рисковать. Так. Давай, Филипп, будь паинькой. Поверни туда. Так, 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 так. Опа. Так. Почти добрался до этой руки с монтировкой. Ой. Видите, сразу вспоминается Half-Life. Блин. Только для начала я перейду туда. Может, там какая-нибудь записка там осталась, я не знаю. Еще что-то. Просто я не помню. Вроде бы там записка была, хотя... Хотя вроде бы как ее и нету. Ой-ой-ой, тихо. Так. Ну, а дай-ка. У меня не хватит сил вырвать лом из оцепеневшей ладони. Для этого нам понадобится пила. Ну, блин, тут хотя бы физика есть. Так, забираем лом. Так. Блин, почему эту руку нельзя использовать как камень какой-нибудь? Взять, метнуть. О, этот лед разломался бы, и мы с вами прошли нормально. Так. Спокойно. Без паники. Без паники. Сейчас дойдем. Сейчас дойдем. Ой-ой-ой, тихо. Тихо, 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 тихо. Я не знаю, очень хочется сейчас пробежаться, но я боюсь очень этого делать. Потому что, сами знаете, если лед обломится, то все, и мне все обломится. Так, верни... О, прикиньте, так вот взять и поехать. Блин, он застрял, походу. Да дай ты. О, черт, тебя дери, а. Ладно, придется пробежать, потому что, смотрите, эта штуковина застряла. Так... Эх, блин, все, назад пути нет. Фух. О, да. Я, у меня получилось. Надо же. А теперь встает другой вопрос. Куда мне дальше идти? Блин, я не помню. По-моему, в крематории. Но где этот крематорий находится, я понятия не имею. Я, если честно, вот как-то рандомно даже вот этот вот путь на это озеро нашел. Поэтому я не знаю. Ладно. Что будет, то будет. Хотя могу сейчас залезть в тот же самый Google и погуглить. А что это за место такое? Блин, мне на секунду показалось, что там дверь.
Это что такое, тоже не знаю. Наверное, чтобы собак запирать. Ну, это так. Уже геймплейная особенность. Но, как всегда, мы делаем по-своему. Блин. Тихо, не лагай. Так. Поворачиваем сразу налево, наверное. Я не знаю. Там есть собака. Ладно, попробуем сейчас. Не-не-не-не-не-не, я правильно шел. Я шел правильно, ну-ка давай. Собака, покажи свое лицо. Воу-воу-воу-воу-воу, парень, парень, полегче. Полегче. Хотя какой-то парень, это собака. Так. Тихо. Тихо, 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 тихо. Воу-воу-воу, тихо! Ай-яй-яй-яй. Убегу, не убегу, как думаете? Я думаю, не убегу. Блин, мышка. Что-то зависло. Так, где она там? Гуляй себе, шавка. Упс, не то. Давайте-ка мы ее привлечем в ту сторону. Иди туда. Собака. Я сказал, иди туда. Ты что, издеваешься? Ты, блин, издеваешься. Вот так вот. Бежим. Бежим. Так вот, не эмоционально я говорю, потому что я не знаю, куда я попал. А, привет. Я тут совсем недалеко. Недавно проездом. Блин, заперто. Но я на верном пути. Я помню, что там была тоже дверь заперта. Ай, ты ч, блин, что делаешь? Ну все, иди сюда. А, блин, она же была не одна. Ладно, вы уж извините, что я так туплю дико, но... Я серьезно, я чисто маршрут не помню. Поэтому надо было пробежаться, чтобы хотя бы знать, куда и что прятаться. Вроде бы куда-то туда. Сейчас будем тупо бродить и искать проход. Ага, во, все, наконец-то я нашел нужное место. Знаете, замучился я тут с этими собаками, с этими ходами запутанными. Да, без карты здесь действительно ничего не выйдет. Но что поделать, если у меня так получилось, что у меня текстуры карты не прогрузились. Ты теперь мой светлый рыцарь. Ты правда зашел так далеко и стал так близко? Я жду, но чего? Сколько веревочки не виться, а мой разум остается в плену. Боги играют со мной, приговорив в течение лет в месте, где свет есть тьма, а тьма есть свет. Неужели мои глупые советы привели тебя к гибели? Ты уже слышал стук в дверь? Не открывай. Это смерть. Не дай бедному рыжему умереть в одиночестве. Рыжий, все в порядке. Сейчас я тебя спасу, только надо сделать что-то типа взрывчатки. Поэтому сейчас все будет. Блин, ну и намаялся с этими собаками, конечно, вы сами понимаете. Да. Это было довольно-таки весело. Но главное, что я наконец-таки нашел путь. И возможно, на этом наше приключение с вами и закончится. Сейчас все будет видно. Все уже вот постепенно указывает на то, что финал. Уже чувствуется приближение. Поэтому сейчас все будет. Так, надо войти. Так, для начала обыщем комнату на предмет полезных вещей. Хотя уже они нам будут ни к чему. Сами увидите почему. Так, здесь что-нибудь есть. Так, лекарства. Опять-таки, пока что ненужные. Да, хотя, может бы пригодились и себе опять с собачками этими. Так, надеюсь, сейчас у меня получится по-быстрому скрафтить, так скажем, взрывчатку. Так, газ. Пускаем. Так, все. Ну, поехали. Так, вроде бы этот. О! С первой попытки? Да ладно. Да ладно вам. Чё, серьезно?
Это что, я ЕГЭ совместил? Ну, хоть чем-то повезло. Так, вот тут нужно ее нести осторожно, малейшее движение. И она взорвется, поэтому дверь надо до упора открыть. Так, все, держись. Блин, мне лучше вперед пройти. Я не хочу, чтобы она взорвалась, потому что если она взорвется, то все. Я замучаюсь проходить дальше этот момент. Тихо. Тихо. Тихо, тихо, тихо. О, я уже думал, сейчас упаду. Так, опять сейчас думал, что упаду. Как-то он дергается так. Тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Фух. Довольно такой напряженный момент. Похлеще всяких собачек будет. Так, тихо, тихо, тихо. Вот, блин, мне уже рука затекла. Так, о! Та-дам, та-дам, та-дам. Все, наконец-то получилось. Ну все, теперь осталось что-то. Что осталось? Что осталось? Я, похоже, что-то забыл. Не, серьезно, я что-то забыл, похоже. Так, стойте, 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 стойте. Не говорите мне, что я забыл самое важное. Самое важное, блин. Надеюсь, оно здесь. Так. Как так? Фух, слава богу, оно здесь. Я забыл запальный шнур. Да, ну, знаете, я целый год не играл в эту игру. Уже за год мог все забыть. Потому что столько крутых игр вышло, сами понимаете. Еще когда их проходил, когда те проходил. Ой, так, не упасть, не упасть. О да, о да. Блин, я уже думал, все забыл. И придется возвращаться опять к собакам. Как же они меня задрали. Что? А, во, все, наконец-то так. Отходим! Смотрим на это чудо-взрыв. Рыжий, я иду. Надеюсь, с тобой все в порядке. Мой дружбан. Так. Рыжий. Так, это вот тот люк. Точнее, нет, та дверь, о которой говорил Рыжий. Не понял, у меня что-то сейчас с текстурами было или что? Ну да ладно, сейчас предупреждаю, будет немножко такой жестокий момент, поэтому, если что, не пугайтесь. Вот, я предупреждал. В общем так, дорогие друзья, у меня обнаружился вылет в игре. И все, и знаете из-за чего? Вот когда подхожу к этому месту, у меня происходит вылет. А это все из-за того, что у меня стоит русификатор, понимаете ли. В общем, я не знаю, как я буду все это дело переводить. В общем, видно будет. Good evening. You actually came. There is much that should leave my throat box now, but words elude me. You came, you are so pretty, but I have been bad. The underworld already beckons me, so I suppose one further misdemeanor will change little. It is false pretension and not guiding light with which I have led you here. I cannot give you the answers you want. You may wish to find what it is you seek, but that is a fiction. You cannot know what it is you sought through the vast leaden doorway, or else you would seek anything else in the world. No, the key stays with me, in here, so the life that has led me, horrible as it may be, is better still than the life that waits for you, hungry behind those doors. As replacements go, you shall be admirably abnormal. But you must wonder why this metal-burning chamber is talking to you in a voice you knew only as red. For it is I, your companion, residing within. You see, I have waited for this day so many years. They won't let me die. They, and parts of my head are not my own. And I cannot take my life. It is against the rules. Please, the pain has gone on for so long. All I wanted was a friend, but now the time for chit-chats and marshmallows by the fire has ended, and I hope that soon so shall my life. I have knocked on the death's door for so long. Please, let him invite me in for tea. Так, в общем, тут Рыжий совсем безумен. Он заперся в этой
в этом крематории и хочет умереть. И хочет, чтобы мы ему помогли. То есть он там говорил, типа, позволь мне впустить смерть на чашечку чая. Вот такое было выражение в конце. Я почему не стал сам переводить? Потому что у меня немножко перевод будет медленный, а субтитры уж больно быстро идут. Поэтому я не знаю, как я еще это все дело реализую. Ну да ладно. Эх, рыжий, рыжий, вот я не знаю, уперся ты, конечно, может, выйдешь, а? Это не смешно. Ну ладно, рыжий, будь по-твоему. Блин, бедняга рыжий. Не, наверное, самый жестокий момент за всю, я не знаю, за всю игру. Кошмар. Кошмар, не, это вот все слушать, действительно, жесть. Кстати, заметьте, хоть я и поставил английский, но почему-то некоторое вот у меня на русском написано. Некоторые объекты. Так, рыжий. Очень жаль, что так все случилось, а дальше я не успел прочитать тупо. Так, вот, все, что осталось от рыжего. О, гляньте, во. Вот тут почему-то на русском все это. Ладно, и тут тоже на русском. Я не знаю, что за баги. Ну да ладно. Итак, мы уже, можно сказать, прошли игру. Почти прошли. Нам нужно будет открыть эту дверь. Но поскольку мы не можем тоже это открыть, достаем ключ рыжего. Так, вот закрыли. Ой, открыли наоборот. Так. Вот эта комнатка рыжего. Тут где-то его дневник должен быть. Надо его только найти. Так. А, вот вроде бы он. Так. Мой дорогой друг, как ты? Сам sad news, то есть много плохих новостей. Пару дней назад, когда я попал, мальчик... Ой, нет, не мальчик, говорю. Показал, что там написано кит. Это колпс, взрыв. Так. Том Редвуд. То есть это вот рыжий. Вот почему тут его рыжим назвали, то есть Ред. То есть рыжий. Декабрь 1970 год. Вот, то есть он с 14 лет здесь в шахте, заметьте-ка. Так, где там записки-то у нас? Блин. Да как это открыть-то, я уже забыл. Во. Не знаю, чё оно там не перевелось. Хоть бы что так. Рыжий. Дайте мне умереть. В общем, мы выполнили, так скажем, просьбу рыжего. Дали ему умереть, он так долго этого ждал. То есть он здесь уже черт знает сколько. Поэтому он здесь так обезумел. Так. Так, никогда не видел другого в этих вещах, но я знаю. И мне не нравится это. Некоторое время я думаю, что я живу... А, это, наверное, то, что я раньше зачитывал. Ладно. Вот такая дрень. Конкурс красоты. Петля, он пытался повеситься, наверное. Сколько же часов он простоял на этом стуле с петлей на шее, пытаясь покончить с собой. Червяки его любимые. Так, здесь нет ничего. Ага, есть. Отверточка. Так, вот здесь нам отверточка пригодилась. И... Не, провода мы так не перережем, поэтому кусачками долбанули и все. Так, ну все, вроде бы. Теперь дверь открыта. И пора выходить. Так, ну на этом уже, я думаю, завершится часть. Сейчас увидим. Так, стоп, подождите-ка. Я не могу зайти, что-то держит дверь. Не могу. А! Вот тут лом пригодится. Так. Ну, в общем, вот, уже будет финал. Так, записка. Добро пожаловать в убежище. Так. Ну, это ключевые особенности. Приготовьте документы. Так, что тут еще у нас есть? Так, вот. Видите? Ховард Лафриск. То есть отец... Отец главного героя. То есть мы с вами на верном пути. Так, не нравится мне этот свет. Узнайте сейчас почему. И вот впереди видите силуэт человека.
Но я не знаю, стоит ли к нему идти, но, похоже, иного выбора у нас нет. Так. Оу. Так, дверь захлопнулась. Фигура до сих пор там. Так. В общем, главного героя поймали. Так вот, продолжение следует. Все. Игра пройдена. Что ж, пожалуй, Пенумбра — это одна из моих любимых серий хорроров. Пожалуй, это даже единственный хоррор, с которого я начинал играть. В хоррор, естественно. И что ж, рекомендую пройти эту игру тем, кто ее не проходил. В принципе, поиграть в нее стоит. Если бы еще, конечно, не глюки, которые у меня возникали во время прохождения. А так, все вроде нормально. Ну ладно, давайте-ка на этом завершим часть. Что ж, с вами был я, Глеб. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.